КНБ провел спецоперацию в Шымкенте. В результате был задержан мужчина, который пропагандировал идеи терроризма через интернет. Против него уже возбуждено уголовное дело. В Комитете нацбезопасности отметили, что задержание провели при координации прокуратуры и полиции. Известно, что мужчина, личность которого не раскрывается, долго жил за рубежом, где был вовлечен в радикальную идеологию. А уже вернувшись в Казахстан, пропагандировал свои взгляды через интернет. Задержанному грозит до 9 лет с конфискацией.